Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена, вы на моем канале. Сегодня мы с вами говорим о взрослой истории с ЭДВГ, как с этим справиться и какие-то обычные люди, как им помочь. Первое, что нужно знать, это синдром двигательной активности нарушения внимания, который вроде бы заканчивается в 14 лет, но последствия могут оставаться и во взрослом возрасте. И как это проявляется? Да, по-разному проявляется. Бывает и нарушением внимания, бывает и двигательной активностью, бывает и ерзанием, ползанием, бывает перееданиями, бывает наоборот отсутствием желания кушать. И этому всему можно на самом деле помочь. Не только когнитивно-поведенческой терапии, которая является базой, но также есть некие физиологические методы, которые способны улучшить работу человека. И этот человек, возможно, смотрит мое видео и, возможно, хочет подумать о том, как ему изменить сразу. Но первое, что необходимо сделать, действительно уйти в когнитивно-поведенческую терапию, которая поможет изменить глобальную ситуацию в жизни. А как помочь себе? Во-первых, надо убедиться, что у вас хорошая дотация по магнию, и вы закрываете свои потребности, потому что если вы в основном на высокоуглеводном питании или на каком-то другом виде питания, который не подходит лично вам и не закрывает ваши суточные потребности, вы начинаете страдать физиологически и психологически. Если у мамы, у вашей был в беременность дефицит магния, то это также может отразиться и на вас. Далее, для того, чтобы помочь себе, необходимо сбалансировать рацион и в основном обратить внимание на продукты, богатые жирами и белками. Это не значит, что вы должны только их употреблять. Это значит, что обратить на них внимание и как вы их усваиваете. Потому что проглотить в наше время не значит усвоить. И это супер важно. Также необходимо будет обратить внимание на то, как вы справляетесь с уровнем стресса, потому что стресс у нас как физиологический, так и психологический. И в основном ложится он на все органы детоксикации, печень, насколько у вас в рабочем состоянии ваша печень. Если она немножко страдает, то начинаются сильнейшие проблемы. Как себе помочь в этом состоянии? Действительно обратиться, возможно, к нутрициологу, который подберет вам базу, которая будет способствовать регенерации ваших клеток печени. С ЭДВГ также бывает, кстати, часто на химической еде, на длительном отравлении организма и непоступлении кофакторов, которые спасают организм и вытесняют вот эти вот неприятные истории. Далее, что еще важно сделать? Важно будет оказаться себе супер помощником, который вытащит вас из этого состояния. И, скорее всего, у вас инсулинорезистентность, лептинорезистентность, скорее всего, вы действительно не дружите со своим гормональным фоном. Так часто бывает. Поэтому второе, что нужно сделать, помимо того, что вы дотируете себе биологически активные вещества, необходимо будет элементарно разобраться со своим рационом питания. Я бы не сказала, что вам показано интервальное голодание, либо наоборот, каждый час что-то есть. Я бы сказала, что для вас хорошо будет сбалансировать свой рацион по витаминам, минералам, микроэлементам и дополнить хорошими комплексами с коэнзимом, дополнить хорошими симбиотиками, пробиотиками, которые будут давать энергию вашим митохондриям через ваш кишечник и питать ваш мозг. И также очень важно убедиться в том, что у вас действительно все хорошо с группой B, потому что эта группа является таким важным фактором, который влияет на производство энергии. И люди в основном с ЭДВГ, они дефицитарны. И мужчины, например, которые очень много работают, которые бизнесмены,
они тоже могут испытывать некие трудности во взрослом возрасте, и здесь им в помощь как раз-таки вот такие базовые комплексы, которые я назвала. Лучше всего это подберет вам интегративный нутрициолог и поможет закрыть ваши личные дефициты. И так вы справитесь со своим СДВГ. Как может проявляться еще СДВГ? Вы можете мастурбировать, вы можете смотреть долго какие-то порноигры и не интересоваться, собственно говоря, своей жизнью до конца. Вот такое псевдоучастие бывает действительно в этом состоянии. Я вам рекомендую остановиться, замедлиться и обратить внимание на некие вещи, которые я произнесла. В женском возрасте часто ко мне приходят женщины, я улыбаюсь, потому что это бывает, когда, например, новоиспеченная мама, когда переезд. В общем, все вот эти трудности усугубляются в моменты стрессовой нагрузки. И поэтому вам необходимо будет дозировать то, какие события приходят в вашу жизнь. То есть, если вы знаете, что у вас есть такие проявления, то вам необходимо будет лично ограждать себя от резких смен. И смены неизбежны, но то, насколько вы их быстро для себя выстраиваете, очень сильно определяет ваше психосоматическое состояние. И именно так будут расходоваться ваши все ферменты, коэнзимы, все, что вы вкладываете в себя непосильным трудом. Как всегда, с вами ваша Алена. Встречаемся вечером в прямом эфире и говорим о конкретных шагах, как справиться с СДВГ и как себе помочь, если эта история у вас. Всем пока!